Представляем проект «Мастер-класс на дом». Очень полезная штука, и вот в чем она заключается. Любой, кто когда-либо занимался выбором цвета, краски для своего деревянного дома, стен, потолков и так далее, сталкивался с такой, скажем, проблемой несоответствия полученного цвета с цветом, выбранным в магазине по картам производителя или по РАЛ. Почему так происходит? Да потому что древесина – это не белый лист бумаги. Она имеет свой цвет, который в свою очередь зависит от породы дерева, от способа его обработки, от подготовки, от шлифовки, в конце концов. Как обычно происходит определение с цветом краски для дерева? Человек вынужден обегать кучу магазинов, понабрать везде выкрасов, которые не бесплатные, привезти это все домой или на дачу, попробовать выкрасить. И, конечно же, в 90% случаев цвет, который он видит в магазине, там в лучшем случае на вот такой маленькой дощечке, он несопоставим с цветом, который вы получаете на бревне, брусе, там, на своем доме, имея свой цвет древесины. Что приходится делать? Опять бежать в магазины, опять брать выкрасы, тратить свое время, тратить выходные и так далее. Этот процесс зачастую очень долгий, поэтому и был придуман этот мастер-класс по подбору цвета с выездом к вам на дом. Проект в своем роде уникальный, потому что к вам приезжает не просто продавец краски для консультации, а человек-специалист, который вот своими ручками имеет огромный опыт по окрашиванию деревянных домов. Так как специалист приезжает именно к вам, а не вы приезжаете в магазин, он может оценить состояние вашего сруба, вашей древесины. Есть ли какие-то поражения, например, синева? Если она есть, посоветовать, как ее остановить, как ее затонировать, допустим, при покраске. Если на срубе какие-то дефекты, там, сучки, выщербины, следы от фрезы, что с ними делать, да, там, дырки от гвоздей, чем это все реставрируется, какие лучше материал и инструмент подобрать для обработки данных участков. Специалист способен определить, насколько посерела, загорела древесина, какое зерно и виды шлифовок подобрать для того, чтобы покраска потом у вас была долговечная. Расскажет и покажет, как правильно подготовить, пошлифовать древесину. Весь необходимый инструмент у него есть с собой. Как правильно покрасить, это очень-очень важно, чтобы не было пятен, чтобы не было переходов, чтобы добиться желаемого цвета с учетом цвета, опять же, вашей древесины, какие-то сложные дизайнерские решения по цветам и многое другое. Поможет вам рассчитать объем по поверхностям для точного подсчета материала. Самое важное, конечно же, то, что специалист обязательно привезет выбранные вами образцы цветов на сайте. Привозятся они вот в таких маленьких баночках. Одной баночки хватает на откраску примерно 1 квадратного метра. Также у него с собой есть образцы по герметику и необходимый инструмент, поэтому для тех, кто желает, он может провести мастер-класс по укладке теплого шва. Самое приятное здесь, что для выбора цвета вы можете собрать всю свою семью и сделать это в удобной для вас обстановке. Все привозимые образцы являются бесплатными, вы оплачиваете только 3000 рублей, это цена на сегодняшний день по выезду до 250 километров от МКАД. В описании к этому видео есть ссылка на сайт заказа мастер-класса, а сейчас я вам покажу, как выбрать цвет. При нажатии на кнопку «Заказать мастер-класс» вылезает вот такое окно «Выбрать цвета выкрасов». Здесь есть лиссирующая краска для фасада. Лиссирующая – это которая не скрывает структуру дерева. Также есть два вида лиссирующих красок для внутренних работ. Это лазурь и масло-воск. Имеются укрывистые краски для наружных и внутренних работ. Вот, пожалуйста, здесь. Образцы герметика для теплого шва, и у специалиста с собой есть по одной тубе всех цветов. Далее вводите свои данные и отправляете.
На почту вам придет подтверждение и что вы выбрали. Через короткий промежуток времени специалист с вами свяжется и договорится об удобном для вас времени приезда. Вот так все очень удобно и легко. Ждем вас!